Рыбалка – это настоящее искусство, и виртуозом становится лишь тот, кто прислушивается к другим и не гнушается добрым советом. Ведь, как известно, знание – это сила, а сила бывалых рыболовов в их секретах и мастерстве. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Чудин. Вот в осеннее время, когда в межсезонье на больших водоемах раздувает сильный ветер, ну и какой-то испытываешь дискомфорт, я часто выезжаю на коммерческий водоем, дабы поддержать мастерство. Вот сегодня, в частности, мы будем ловить на вращающиеся блесна форель. Платный водоем. А попробуй поймай на платном водоеме. Правильно подобрать приманку, правильно выбрать место. А потом и у рыбы какой-то стопор бывает. Иногда и попозже начинает брать, иногда вообще не ловится. Ух ты, как она играла. И не взяла, да? И вот в этот момент начинается самое интересное. Испытание приманок. Кстати говоря, чем чаще меняешь приманку, тем лучше. Рыба не успевает привыкнуть к приманке. Сегодня своим опытом и секретами делится Вячеслав Чудин, 58 лет. Рыболовный стаж 50 лет. География рыбалки от Дальнего Востока до Каспия. Любимый вид ловли – спиннинг. Самый большой трофей – судак в 18 килограмм. Иной раз за рыбалку столько приманок сменишь. И с таким углом вращения, и с другим углом вращения. Вот на серебро попробую, не берет. Будем предлагать что-то еще. Попробуем на узкий лепесток. Частая смена приманок благоприятно отражается на эффективности ловли. Вот на такой рыбалке главное не застаиваться на одном месте, а постоянно перемещаться. Рыба, она ведь тоже не стоит на месте. Но вот на этом месте мы попробовали, сейчас будем двигаться дальше. Это что? Это поиск. Нашел, поймал. Выбрал удачное место. А оно оказалось неуловистым. Будем искать. Ох, как она прыгает. Как она резвится. Как она хочет погулять. Лучше бы клевала так, как прыгает. Вот она, золотая осень. Листики по водоему поплыли. К сожалению, эти листики мешают ловле. Вот поклевочка. Очень даже интересно. Даже фрикциончик сработал. Опять же повторюсь, чем чаще меняешь приманку, тем лучше. На любой рыбалке. Будь то на большом водоеме, на маленьком, без разницы. А когда подбираешь приманку, вот она. Вот что значит эксперимент. Поменяли приманку и тут же поймали. Хотя бросали в то же самое место, в одну точку. Ой. Ой, что творит? А на хвосте побегать. Вот классическое вываживание рыбы. Но она настолько сильна, это форель. Первая добыча. Вот для того, чтобы зафиксировать и спокойно вынуть крючок изо рта, рыбу изгибаешь, прижимаешь ее как бы хвост к земле, а голову держишь. Ну вот такой вот улов. Первая форелька небольшая,
Ну, достаточно прилично. Чтобы удержать форель и освободить ее от крючка, нужно прижать ее боком к земле и повернуть ей голову перпендикулярно туловищу. Старайтесь как можно чаще менять приманки, и результаты себя не заставит долго ждать. Но всю жизнь ловлю на вращающиеся блесна. Сам их делаю. И сейчас я вам покажу, как можно изменить работу блесны. Изменить угол вращения блесны. Хочу рассказать вам об изменении угла вращения блесны. Поделиться с вами этим маленьким секретом. Дабы это доступно, в принципе, сделать каждому рыбаку, скажем так. Мало кто понимает, от чего зависит угол вращения лепестка. Даже бывалые рыбаки порой даже не представляют, от чего это зависит. А это зависит от плоскости лепестка. Элементарно от плоскости лепестка. Ну, попробую показать вам, как это происходит на самом деле. У нас три вида лепестка. Плоский, средний и более выпуклый лепесток. Сейчас я вам покажу, на что это влияет. Вот возьмем эту прямую за ось блесны. Если плоский лепесток пойдет у нас где-то под углом, ну, почти 90 градусов, то средней выпуклости пойдет у нас под углом 45 градусов где-то. А вот более выгнутый лепесток пойдет у нас уже под углом 30 градусов. И все это влияет на ловлю. Допустим, для форели нужно нам где-то 45 градусов. А для ловли, например, того же самого головля нам нужен угол 30 градусов. Опять же, зависит очень многое от места, от водоема. В закрытых водоемах стоячая вода. Рыба более активная. Такая рыба, как форель, она предпочитает больше именно среднюю выпуклость с углом проводки 45 градусов. Разные углы вращения лепестка блесны не одинаково привлекают различные виды рыб. Поэтому имеет смысл экспериментировать не только с цветом и размером, но и с углом вращения лепестка блесны. Ну вот моя блесна под углом, ну, относительно большим углом разброса. И сейчас я вам покажу, как изменить его. Лепесток кладу на коваленку и вот такими вот оттяжными движениями просто меняю радиус лепестка. По сути дела, я ее просто выгибаю. Вот таким образом, острой частью молоточка, мы придаем радиус, нужный нам радиус. На холодную, скажем так. Вот, изменив радиус лепестка, я уменьшил угол вращения блесны. В общем, это может сделать каждый. Единственное, что хочу сказать, что под каждый водоем, под каждую рыбу существует определенная блесна. В данном случае блесна у нас получилась с работы лепестка под 45 градусов. Я надеюсь, что это самый оптимальный вариант. Изменить угол вращения лепестка блесны можно прямо на месте ловли с помощью молотка и наковаленки, или же с помощью любых других подручных инструментов. Кладем блесну сейчас на дно, делаем резкое движение спиннингом, как бы поднимая блесну вверх. Как будто подраненная рыбка просто в конвульсии убегает от хищника. А дальше делаем монотонную проводку. Техника ловли на вращающиеся блесны в придонных слоях водоема такова. Дать блесне лечь на дно и сделать резкий рывок спиннинга, после чего осуществить обычную медленную монотонную проводку. С таким упорством... С таким упорством она прям...
все-таки приятно ее вылаживать. Рыба достаточно сильная. А на лайтовый спиннинг-то, ой, одно удовольствие. Ох. А вот без сачка форель можно вывести вот таким способом. Просто упереть ее морду лица в берег. Берег здесь, кстати говоря, не очень. Но иногда даже приходится встать на колено. Вот просто палец под жаберную крышку и вставили. И все. И она наша. Вот, опять сработала блесна со средним углом разброса. Вываживать форель без сачка нужно так. Немного упереть ее головой в берег и, аккуратно просунув палец под жаберную крышку, одним движением вытащить форель на берег. Ну, тут посмотри. Хороша. Ай-ай-ай-ай-ай, товарищ Сах. Что она творит? Как она играет, а? Успокойся, все будет хорошо. Вот изменил угол вращения блесны, и сразу дело пошло на лад. Ну вот, изменение угла лепестка привело к хорошим результатам. Не бойтесь экспериментировать. Прислушивайтесь к советам. Это дает положительные эмоции. Ну и опять же, гастрономические вкусности –